Может, ночь не торопи, и все сначала повтори. Нам все сначала повтори, но как мне быть? А может, снова все начать? Я не хочу тебя терять. Я не могу тебя терять, но как мне быть? Лет, Нижний Карачан, предлагает вашему вниманию песню «Белые крылья». Нежные хлопья садятся неслышно. Может быть, снова цветет наша вишня. Ветви, как крылья, слегка встрепенулись. Может быть, лебеди зиму вернулись. Белые крылья, белые крылья. Белые крылья, полет неземной. Мы ведь любили, мы ведь любили, мы ведь любили друг друга весной. Может, с юга устала кружиться. И вьюга, как птица, ветви, как крылья, слегка встрепенулись. Может быть, лебеди зиму вернулись. Белые крылья, белые крылья. Сейчас пора, через завязку шумовый я голос.
Новохольское бежит река. Татьяна Шаталова. Ей 17 лет, она из Листопадовки. Предлагает вашему вниманию песню «Рука в руке». Татьяна Шаталова. Thank you.
Выступает Шинкаренко Евгения, Большие Алабухи, города. Средний возраст девочек 15 лет. Итак, танец «Ёжики». Обратный билет. Thank you.
Бежал ты порою рассвет. Мы жили, не зная дорог, о будущем не беспокоясь. И был так далек, так далек. Приглашается лауреат районных фестивалей 92 и 94 годов Юрий Шейн. Юрий 15 лет. Он из Дубовки. Я жил по старинной привычке. Ритуал не меня. Стал целый мир для меня безразличным, когда я тебя потерял. Я жил ни святой, ни провидец, кутил и тебе изменял. Всех женщин я до смерти вас ненавидел, когда я тебя потерял. Позови меня в ночи. Прогонишь, то с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей. Лишь бы ты всегда была моей. Позови меня в ночи, приду. А прогонишь, то с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей. Лишь бы ты всегда была моей. Время в игре бесполезной, кончился дьявол с неба. И понял тогда, что стою я на бездной, когда я тебя потерял. Позови меня в ночи, приду, а прогонишь плоть, с ума сойду. Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была моей. Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была моей. Лишь бы ты всегда была моей. Лишь бы ты всегда была моей. Выступление третьей возрастной группы, старшей группы, выступление Галины Поповой. Песня называется «Королевна». Гале 14 лет, она из Грибановки, Дом культуры сахарного завода. Галина Попова! Дома.
когда ломать, тихо молчать.